После первого и единственного раунда предвыборных дебатов канцлер Германии Ангела Меркель опережает лидера социал-демократов Мартина Шульца. Таковы данные соцопросов, которые провели сразу после трансляции. Дебаты были для Шульца возможностью сократить отставание, но этого не случилось. Одной из основных тем теледебатов стали отношения с Анкарой. По мнению аналитиков, эта политическая дуэль сыграет решающую роль в привлечении избирателей. Отмечу, выборы в Бундестаг пройдут в Германии 24 сентября. Я никогда не выступала за присоединение Турции к ЕС. Я за немедленное прекращение помощи, которое мы ей оказываем как кандидату на вступление. Посмотрим, кто из нас первым хлопнет дверью, мы или Турция. Если я стану канцлером, я буду предлагать прекратить переговоры о вступлении Турции в ЕС. Анкара перешла красную черту. Я настаиваю на прекращении любых экономических, финансовых отношений и процесса расширения таможенного союза между Анкарой и Брюсселем.